Вчера на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз мы распространили официальный документ, в котором подтверждается наша серьезная озабоченность фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды –